Итак, друзья, новая рубрика на моем канале будет называться «Еду я как-то мимо». Еду, вижу, публикую. Ну и, соответственно, буду потом делать запросы руководству данных сотрудников, дабы понимать, нарушили они какие-то нормы или нет. Ну, а там поживем, посмотрим. Мне кажется, будет интересно, как несут службу данные сотрудники, насколько с моральной точки зрения сотрудник, нарушающий, сам имеет право проверять кого-либо и оценивать на проверку законности действий, там, правил дорожного движения, соблюдения чего бы то ни было. Ну, вот если он сам нарушает, как вот будет интересно, как на эту ситуацию отреагирует Министерство внутренних дел. Посмотрим, обязательно буду публиковать.